Всем привет! Котенок наш пытался словить рыбу, хоть одну. А их есть все равно нельзя. Есть можно котятам, только которые продаются в магазинах и на рынке. Кстати, из рыб бабушка Тома моя сделала вот такую картину. Цветы. Это за колокольчики. Так что, ребята, рыбы не только едят и жарят, а достают косточки и делают вот такие картины. И всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.